Задержанный в Кишиневе экс-премьер Молдавии Влад Филат может остаться под стражей больше, чем на трое суток. О том, что обсуждается продление этого срока, журналистам сообщил прокурор Национального антикоррупционного центра Адриан Попенко. По данным ТАСС, офицеры этого центра провели обыски в доме Филата, а также в офисе его либерально-демократической партии. Ищут материалы, которые имеют отношение к выдвинутым против него обвинениям. Накануне под давлением массовых уличных акций депутаты молдавского парламента проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с бывшего главы кабинета министров. Генеральная прокуратура считает его причастным к хищению средств из банковской системы. Впрочем, лидеры оппозиции полагают, что одного только задержания Филата мало. В нынешнем парламенте ничего не получится. Потому что вот часть олигархической системы мировой сейчас руководит Республикой Молдова. И мы об этом говорили открыто. И вчерашний шаг, очень важный шаг, но он недостаточный. Мы не будем обращать, либо успокаиваться этой костью, которую нам вчера кинули. Нужно идти дальше, нужно освобождать Молдову, нужно добиваться досрочных парламентских выборов. Потому что странная ситуация получается. В Молдове более 65% населения Республики Молдова считает Россию дружественным государством, а в парламенте и во власти Молдовы проводится антироссийская политика. Кстати, после задержания экс-премьера скандалы в Молдавии стали разгораться с новой силой. Действующий глава правительства Валерий Стрелец направил запрос президенту Николаю Тимофти с требованием отправить в отставку главу антикоррупционного центра. Поводом он назвал то, что индекс коррупции в стране продолжает расти. На это, кстати, обращали внимание участники массовых акций, которые требовали не только суда над Владом Филатом, но и отставки нынешних властей.